Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Брай, и мы продолжаем играть в Черепашки-ниндзя-легенды. Так, забираем награды, и я смотрю, меня сбросили, да, опять, как всегда. Ну-ка, точно, Лига Мастеров, одна звезда, и ранг еще к тому же 70-й. Блин, это плохо. Это плохо, потому что сегодня пятница у нас, да? Пятница, остается 2 дня до конца недели, и... Так, уйди отсюда. И нам нужно предпринять все меры для того, чтобы получить наше законное, как говорится, место в Лиге Мастеров 3 звезды, для того, чтобы мы могли получить с собой 75 платиновых осколков. Это единственное, что сейчас в данный момент меня тревожит. Так, раздавим? Нет. Ну, он отпустит. Ага. Все-таки раздавил Макман. Вот, и дело в том, что, ладно, там 2 дня, но эти 2 дня я буду на работе, ребята. Я не смогу играть в игру, поэтому мне нужно во время вот своего коротенького выходного как-то сделать по максимуму, что я могу. Потому что у меня получается так, суббота рабочая. В понедельник как раз будет выходной, но ты сам понимаешь, что в понедельник у нас будет и откат. Там уже будет некогда бустовать или еще что-нибудь делать. Так что сегодня, можно сказать, у меня один единственный день, чтобы выбиться в Лиге Мастеров 3 звезды, попытаться как-то это сделать чудом каким-то. Плюс там еще закрепиться. Блин, и надеяться, что за два дня тебя не скинут. Что это довольно тяжело сделать. Так, давай-ка мы теперь откроем колоду. Так, у нас нейтрализатор здесь выпадает, я понял. Забираем здесь ежедневку и пошли дальше искать. И дальше мы ищем на Майке. Мы по скиллам прокачиваем именно его в данный момент. Микеланджело видение. Так, здесь нам нужен 70 уровень, как мы помним. Кстати, левел ап можно ему сделать. Здесь 6 уровень. Так, а тут нам не хватает всего лишь 5 пультов управления. Поэтому, я думаю, надо их в первую очередь найти. Так, один, второй нашли. О, тихо. Второй. Третий. Так, 3 пульта, да? 4-й и последний, 5-й. Вот он. Прокачать-то у меня получится. Хватит у меня? Хватит. До 4-й ступени мы прокачали, что посеешь, то и пожнешь. Так, и 6 наушников плюс еще 10. Так, 6 наушников. А, мы уже выполнили задание. Все, ребят. Все, давай закрываем. Забираем тут. Так, сразиться. Ага. Нет, не выполнили еще. Так, Майки, ты где у нас? Там один раз еще буквально осталось. Наушники и ящики с инструментами. Все, выполнили. Забираем все наши награды. Так, в магазине все тихо и спокойно, как ты видишь. Это, ребят, я уже прошел событие, все получил. Значит, остается... Погоди-ка. Вот. Вот она, друзья мои. Черепашья буря, самая моя любимая. Ну что, я пошел ее проходить. Я побежал ее, ребят, проходить. Так, ну что, 4 волны. Давай потихонечку начнем бомбашить. Да, я, наверное, думаю, тут не надо никакой волны делать. Мы с ними, наверное, и так разберемся. 60 уровень. Ну что ты? Ой, ой, напугал ты меня, Майки. Своей вот этой танцулькой штулькой она не поможет тебе. Тин-тинс. Так, ну, конечно же, контратака у Майки. Ой, у Рафаэля. Так, ну-ка. Опачки, готов. Переходим на 2-ю волну. А здесь у нас черепашки фильм. Давай-ка попробуем ракетами по ним хорошечно огреть. Так, а я так их разобью. Готовы. Переходим на 3-ю. Здесь у нас ролевики. Да, черепашки-ролевики. Ну давай, хорошо, уговорили. Сделаем волну шипов. Блин, Донни выжил. Нифига ты.
Совсем, что ли, припух, родной. И, конечно же, черепашки классические. Смертельная волна от Бакстера Стокмана и пробивной. Так, и Крис Брэдфорд. Все. Проще пареной репы. Прошли, ребят, мы первое испытание. Так, 60 баксов, все дела. Пошли теперь на второе. Приступимся, да, так сказать. Классически нас встречают. Давай начнем с шипов. Уровень, как ты видишь, у них 70-й. А себе ракеты к бою, как говорится, приготовлю. Ждыч. Отдыхают. Так, опять же у нас здесь ролевики. Ну, я волну смертельную запущу. И уже вот так вот. Давай, наверное, проникающим. Так, и добивка. Третья волна. Уже оригиналы здесь. С оригиналами тоже, ребят, как можно быстрее надо справляться. Леонардо 100% здесь выживет. По-любому он выживает, потому что у него отложенная смерть. И последнее, заключительное, это у нас черепашки видения. Тын-тынц. Опа, молодец, спасибо, Бакстер, помог. Пробьешь? Молодец. Так, и остается их тут двое. Усиливает команду. Ускоряет, точнее даже. Выпускаем здесь маузеров. Можно было бы и массовые, конечно, атаки пробить, но я вот так вот сделаю. Все, здесь тоже, в принципе, мы прошли без каких-либо проблем. $15, 75 жетонов. И последний, ребят, у нас испытание. Тут уже 6 волн. Да хорош. Сразу ударил, причем ударил довольно сильно. Так, Донни нам тут не нужен. Иди гуляй. Вторая волна встречает. Так, Майки. Он у нас 80 уровня, да? Его нужно ушатывать, ребят, как можно быстрее. Да ладно. Крэнф, ну а ты? Красиво, красиво сделал, все замечательно. Классические черепашки тут уже стоят, нас поджидают. Давай-ка пулеметную дробь сделаем. И сделаю я, наверное, ребята, постепенный отхил. Так, минус Рафаэль. А давай ракетами добьем, наверное. Получится, как думаешь? Получилось. И четвертая волна. Ну, опять же, здесь у нас оригиналы. Смертельная волна. Гранатомет я не буду, ребята, использовать здесь. Ни к чему это. Так, сюда теперь. Понятно, Леонардо выживет, естественно, ребят. Срабатывает. Оп, а помощь уже, как говорится, пробила. Черепашки видения, и в конце будут черепашки космос. Не забываем об этом. Слабенько. Да ну. Так, погоди-ка, пробьешь? Минус Лео. Донателло, оно и понятно, ребята, будет тут стоять, выпендриваться. Он еще и провокацию взял. Пробьешь ты его? Да, через провокацию моего наказания. И здесь тоже все отлично. Последние, ребята, черепашки космос. А собственные персоны стоят тут у нас и ждут. И всего их 4. Начнем с ракет. Дальше базука. Так. Давай, наверное, сделаем так вот. Уничтожим Рафаэля. В плане. Крис, ты что, припух, что ли? Ты не смог Рафа пробить? Вот давай еще упади, а. Трындец, ты посмотри. С одной плюхи сколько он оставил, ребята, ему жизни.
Я в шоке. 100 жетонов, 20 долларов. В общем, замечательно. Обожаю я это событие проходить. Так, и теперь... теперь мы дофармим жетоны наши. Так, шинигами. Тут доллары. Осколки. Сколько там у нас? Еще две попытки. Сплинтер. И кунаичи. Зашибись. А 50 этих мне не дали. Хотя подожди. А, так тут, тут мы тратим с тобой. Понятно. Мы тратим здесь пиццу, ребята. А не сыр. Вот. Ты посмотри-ка. Так, а вот уже здесь. Здесь уже, да, здесь тратится у нас сыр. Ничего хорошего мы здесь не получили. Но, тем не менее, ребята, 710. Подожди-ка, у нас сколько нужно? Опа. Как раз, ребята, 710 и надо было. Ну что, еще две ДНК и все, и слэшик будет у нас в кармане. Ну а мы переходим с тобой на турнирную арену и будем как-то попытаться, ребят, попасть в лигу мастеров 3 звезды. Тут у них, конечно, блин, 71 уровень, довольно мощный левел у них. Поэтому нам надо как-то пробиваться. Зэк, конечно, здесь не в тему, да, наверное. Взяли мы в эту команду его. А пускай стоит. Так, замедление. То есть Хан не сможет уже делать, да? Следующим ход. Отлично. Команда черепашек. Нет такого ощущения, что когда ты берешь черепашек одного класса, у них какое-то идет усиление. Так, мы переходим с тобой на 59 место. И надо теперь опять попробовать 17-23 получить. Блин, вот было же. Было, но я, как всегда, промотал, а потом смотришь. Что же там у нас выбилось? Ну давай, господи, ну... все, что ли? Блин, опять, ребята, было 17-23, я опять и... прозевал. Все, на этот раз поймал. Беру, короче, Усаги и беру Железноголового. Ой, какой железный, кожеголовый, ё-моё, Рэй, ну все, ты уже поплыл. Ну что, Усаги потом, в принципе, после Усаги должен наш кожеголовый ходить. Логично? Логично, но вот точно ли? Да, закромсает. Все, тут победа, мы двигаемся дальше. Это еще только в лиге мастеров одна звезда, мы копошимся. Действительно копошимся, потому что очень медленно продвигаемся. Ладно, ищем опять же 17-23. Нашел. Так, возьму Армагона и возьму... да не буду я брать Армагона, я, наверное, знаешь, как сделаю лучше? Вот так вот, раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот сделаю. Потом все равно отыгрывать же придется слабеньких, да? Так, провокация. А этот иммуночку вешает на команду. А мы можем... давай сделаем, наверное, защиту дополнительную от Криса Брэдфорда. Смотри, что только не вешает. Так, рубани. Теперь запах изо рта. Теперь ракеты. Сразу двоих уложили, баньки. Так, и здесь, наверное, Лео, наверное, подбить надо, потому что знаю я его на этот удар сверху противный. Оп-оп-оп. Минус Роквелл. И минус Донни. Ну тут пробафаны мы были, и вот за счет бафа очень даже быстро мы с ними разобрались. Какая-то тридцатка? 35-я.
Ну давай, что там, 17.23. Окей. Давай возьмем 1, 2, 3, 4, 5. Макман и Бакстер Стокман. Вдвоем в паре они будут, да? Вначале торнадо сделаем. И... Так, спокуха. Вот же, лезет. Ну, конечно же, это майки, ребят. А майки, как мы знаем, у них инициатива-то довольно быстрая, поэтому он и побежал сразу же в атаку. Но как мы продвигаемся медленно, это, конечно, жесть, ребят. 27-е только место. Да хорош меня кормить уже своими 16-22. Я говорю, 17-23, давайте мне. Че вы вытворяете-то здесь? Так, берем эту команду, короче. Ну что, я возьму Армагона и... 1, 2, 3, 4. В общем, акцент идет на Армагона, потому что он будет львиную долю урона делать. Остальные пойдут у меня как на добивку. Единственное, что успеют ли они сходить. Так, Карайка. Отлично. Куна и Карайки, как говорится, подбили всех. И место какое? 17-е? 15-е. Отлично. Уже хорошо. Уже лучше. Так, если я возьму здесь одного, например, Кренга и вот так. Будет ли от этого толк? Ну, понятно, что Кренг будет первым бомбить. Я просто надеюсь, что он хотя бы парочку сразу уложит или оставит нам очень мало хп. И чтобы Эйприл в живых не осталось. Вообще топово. Вообще топово. Крэнк завалил 72-х, 71-х уровней. Но мы еще до сих пор в Лиге Мастеров одна звезда. Вот после этого поединка уже перейдем на две звездочки по ходу дела. А пока ищем 17-23. Ищем и никак не найдем. Вот. Есть. Так, ну что, Супер Шреддер. Блин, ну это фигня получается. Теперь придется, ребята, Супер Шреддера брать с Армагоном. В общем, двух надо будет бойцов нам откатывать теперь. Опа. Хорошо, и базука. В приплясочку им. Конечно же, тут, ребята, у них шансов вообще ноль на выживание. Ну, а мы с тобой перешли в Лигу Мастеров. Две звездочки. Вот теперь, мне кажется, не хватит у нас откатов. Чего бы я тут ни делал, как бы я ни старался, не хватит. Это всего лишь на 9 поединков. Всего на 9 поединков. А 9 поединков, ну даже если мы возьмем, грубо говоря, по 10 ступенек, это будет 90. Ну опять же, 10 это я, как тебе сказать, взял по максималке, что они могут нам выдать. Обычно они дают меньше. Там, например, от 5 до 10 вот такой разброс идет. Свыше 10 это уже, знаешь, как говорится, шиканул. Ну вот, 94-я была, да? Сейчас 10 ступенек, ребята, ровно пролетели. То есть это самый лучший и оптимальный вариант для нас. Так, не надо мне кожеголову. Давай сделаем так и вот так. 1, 2, 3. Так, 9, да? Сейчас останется у нас 8 поединков останется отыграть. Ну, Шреддер, конечно, молодец. Оставляет им очень мало здоровья. Соответственно, Армагон добивает. Почему именно их беру, ребят? По инициативе, опять же. Только лишь ради этого. И вот, сейчас 11, ребята, ступенек пролетели. То есть профит есть, получается, да? 1, 2, 3. Раз профит есть, значит, все это, ребят, не напрасно и не зря. Ну, опять же, это только я к тому, что мы перейдем с тобой в Лигу Мастеров. Три звезды. А нам же еще нужно как-то там укрепиться.
Вот к чему еще, ребята, я клоню. Зайти-то туда мы зайдем. Но это самый минимум, что мы должны сегодня сделать. А вот укрепиться на сколько? 669 баксов. Если это сделать в перерасчет, то мы можем получить, если по 250, 500 это уже 20 откатов, 750 это 30 откатов, да, получается. То есть 20 откатов я только могу взять. 20 откатов это опять же у нас получается 10 боев. Ну вот если мы возьмем и купим, то мы, да, возьмем и можем дойти в Лиге Мастеров, например, до 50-го где-то места. Вот я к чему. Сейчас в данный момент у нас остается всего лишь 5 поединков. Раз, два, три. 5 поединков. И место у нас какое там? 52-е, по-моему, да? Если вот сейчас такими темпами будем идти, по 10-11 ступенек брать, то Лига Мастеров 3 звезды нам подастся. Если же нет, то не хватит нам, одним словом, тогда. Так, ну что, идеальная победа. Смотрим сейчас с 52 на 42 даже попасть. Да. Держим пока мы с тобой вот этот вот ритм. Ну было же 17-24, да? Было. Но давайте они нам не хотят. Ладно, я тоже не буду там выклянчивать у них. Пускай как идет, так и идет. Тихоньку, не спеша. Тихо, шифером шурша. Так, удар. Ну, ё-моё, ребята, захилялся все-таки Абрамотус этот. А это еще и уклонение, да, вписывает. Точнее, не уклонение, а усилил команду. Сейчас полетят клочки по закоулочкам. Сможешь ты вырубить его? Да вряд ли, конечно. И хил нам вряд ли здесь поможет. Ну, если только двойной хил. Трэш. Ну что, бомби. И здесь тогда тоже укусом тройным. Вот и все. Здесь мы победили. Ну что же, двигаемся дальше. С 44 места мы переходим на 34. Армагон. Шреддер. Раз, два, три. Еще впереди два поединка. Помимо этого. И сейчас 34 место, потом 24, 14, ну да. Хоть действительно бери и покупай откаты. Если я не куплю, меня за два дня, ребят, скинут. Я запарюсь потом пробиваться сюда. Мне не хватит времени. Мне даже не хватит персонажей потом пробиться сюда. Наверное, придется все-таки брать. 24 место, да? Раз. Два. Раз, два, три. Вот так вот. Ну, поехали. Вдвоем, что ли, остались? Всего-то. Голубчики стоят там. Не разлей вода. Получили свое. Ну что, надеюсь, 14 место все-таки. Давай, не подведи меня. Даже 11. Последний бой, ребят, на наших откатах здесь он будет. Армагон и... Крэнга хочу взять. Раз, два, три. Армагон и Крэнг. По идее, Крэнг должен быть, да? Или Армагон первым? Кто у нас? Армагон все-таки. Хорошо, даже кого-то, ребята, вырубает с одного удара.
Бабах. Готовы. Так, ну а мы потихонечку с вами двигаемся. Есть. Лига мастеров 3 звезды. Друзья, все-таки я куплю энергию. Тьфу ты, не то. Вот. Просто это вынужденная, так скажем, мера. Так, опять же, возьмем Армагона. Может быть, левого взять. Еще 5 поединков. Ну, я уже говорил, если по 10 ступенек брать, то мы как раз займем 50-ю позицию. Этого должно нам хватить. 2 дня, я думаю, что... Ну, скинут, конечно, ребята. Меня скинут, наверное, до Лиги Мастеров 2 звезды. Но все-таки не до 1 звездочки. А там уже попробуем как-то... Можно попытаться еще после работы прийти. Я в ночную смену буду работать, да, с утречка. И вместо того, чтобы сразу баньки лечь, немножечко еще поиграть. Ну, за кадром, так скажем. Тогда, да, тогда вообще нас не скинут, и я буду, как говорится, в тонусе. 1, 2, 3. Сколько там? Бойцов-то еще хватает, в принципе. Да, я, наверное, так и поступлю. Мы сейчас отыграем с тобой. А не буду я больше покупать откатов. Вот сколько мы здесь пройдем, докуда дойдем, на то мы остановимся. И уже, я не знаю, уже увидимся, наверное, только лишь в понедельник. Так, 75-е место, да, у нас получается. Если... Нет. Бакстера брать не надо, ребята. Бакстер, он медленный. У нас и, насколько я помню, кожеголовый тоже медленный. Но вот я не помню, если брать его в противовес со слэшем 79 уровнем. Кто так спрашивал меня: Рэй, а почему у противников ни разу не видел платиновых, это, ну, выше 79 уровня? Потому что их здесь нету. У них максимальный уровень — это 79 на арене, и максимальный ранг — это золотой. Все. Никаких платиновых и сотых уровней здесь нету. Так, а у меня еще 2 поединка. Так, давай возьмем Лео. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Да, тут даже если, ребята, брать откаты, всего лишь 2 поединка можно сыграть. Так что на того не стоит. Воу-воу-воу-воу. Фига себе. Майки, ты не оборзил ли, а? Что-то как-то... Как-то Армагон, да, видимо, с горячухи-то притужил чутка и сразу всех троих тут увалил. А этих 2 добил уже Лео. Правильно, нечего выпендриваться здесь. 52-е. Ну, вот я о чем и говорил, что мы с тобой займем 50-е место. И это очень даже будет круто. Потом нам будет уже проще, как говорится, пробиться и добиться топового места. Даже если не топового, в любом случае в Лиге Мастеров 3 звезды мы с тобой останемся. И, соответственно, осколки мы получим в полном объеме. Так, и Армагон, давай добивай всех камнем своим. Метеоритом, астероидом, валуном. Что там у тебя? Так, ну что, 50-е, какое там? 42-е место, да, будет? 41-е. Вот, в принципе, ребята, и все. Все, что нужно было, мы сделали. Так, давай вот этот вот излишки обменяем, чтобы они стояли как надо, а не в разнобойку. Так, Донни тут еще притесался. Да, вот так вот. Ну что, ребята, на этом я буду закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.